соглашаться, с чем я сидела все это время. Поэтому даже если я потеряю сознание, я буду здесь сидеть. Ну хорошо, у нас уже. А если, смотрите, а если как в Титанике, один вдруг почувствуется Леонардо Ди Каприо, и тот заледенеет и умрет, ты будешь рядом сидеть? Да, пока Никита не выйдет и умрет. Никит, ты сидишь на стрёмом нервами, где тут нечего делать, вылезай, как ты серьезно говоришь. Никит, где нечего ловить? Не закрывай глаза, не вздумай! Не надо этого делать! Я не обречу! Когда я там проходил, он выписал, нет! Никит, Никит, может, маме что-то скажем напоследок? Ну, да. Я дурак. Но я себя люблю. Это самозаменяющая вещь, да? Алло, мама, бабушка, не хочет не скучать? Дай скажем ей прощай. И вот эта вот музыка, да, и ты отпускаешь руку, и вот и подруга. Как бы я хотел, чтобы ты сейчас была здесь со мной рядом. На плоту? Нет, не на плоту. На куске Титаника. Ладно, на куске Титаника. В воде, она лежит в воде, на куске, а ты благородно. Хотя, мне кажется, если бы эта история была права с Брянской, ты бы все-таки сбросил ее. Я не понимаю, что мы бы не смогли оставить. Не доставайся же ты никому, оттолкнули бы на деревяшку и углу. Леш, вот ты выступаешь на новогоднем концерте «Дома-2». Да. Поешь песню. Да, прекрасно. Тебе оно надо вообще, вот это вот все. Тебе зачем? Да, спустите отмороженные, становятся обмороженными. Это их личное дело. Тебе это же дело принципа. Я залез, и я отсюда не уйду. А если ты запоешь этим фальцетом? А фальцетом я их путаю себя фальцетом. А что будет, Леш? Уйдет душа в далекие миры, знать бы где-нибудь готов он точно к ее ногам подать добра ковры. Я с хлебом солью смерть свою встречаю, дарю подарки от всей души, но и по жизни по своей скучаю. Она сейчас сидит в такой глуши, где нет тепла и доброго начала, где темнота свирепствует и мрак. Я так хочу, чтоб ты